Доброго дня, шановні. Вітаю усіх глядачів програми «Час університету» на сьомому. В студії сьогодні ректор Одеського національного університету імені Мечникова, доктор політичних наук, професор Ігор Коваль. Вітаю. Я вас вітаю. Ігорю Миколайовичу, ось ми починаємо нашу розмову сьогодні з політичних подій в світі. Ось таке бурхливий початок року, багато подій різноманітних з початку року, які потребують аналізу і ось такого розкладу, як будемо жити в майбутньому, наступному, коли ось ці події свої залишать сліди. Ось перше питання таке. Ракетна атака на український літак, яка призвела до загибелі членів екіпажу та пасажирів. Ось що це за подія? Знаете, Марина, я полностью согласен с вашим утверждением о том, что действительно начало этого года, январь, очень бурно начался с точки зрения развития международных событий. И Украина оказалась, в общем-то, в эпицентре по целому ряду позиций. И название нашей страны и действия нашего руководства были в центре внимания международной общественности и лидеров мировых держав. Ну, вы знаете, не всегда бывает хорошим, так сказать, знаком, когда находишься в центре внимания. Потому что, скорее, те события, которые происходили в январе, в общем-то, нельзя назвать позитивными, мягко говоря, для Украины. Но, тем не менее, мы оказались в центре вот этого политического, геополитического шторма. Если говорить о событиях трагических, связанных с сбитым самолетом международных авиалиний Украины, ну, прежде всего, это действительно трагедия, и здесь еще раз нужно говорить и выражать соболезнования тем, кто был близок к погибшим, прежде всего, нашим украинским гражданам, гражданам других стран. И Украина здесь оказалась, в общем-то, втянутой в большую геополитическую игру. Если очень коротко восстановить ход событий, то это такой пакет действий со стороны Соединенных Штатов Америки и Ирана, с другой стороны, связанные с резким обострением отношений между ними в начале января. Все началось с того, что Соединенные Штаты предприняли беспрецедентную, так сказать, попытку, удачную для них, уничтожение одного из лидеров такой специальной организации иранской стражи исламской революции. Это такая суперструктура. Ну, я думал, с чем ее можно сравнить, с КГБ периода Советского Союза. Но даже, я бы сказал, покруче, потому что КГБ не обладало, скажем, танковыми соединениями, баллистическими ракетами и так далее, и так далее. Есть специальное подразделение, которым руководил генерал Сулеймани, уничтоженное американцами. Оно задействовано было не столько на фронте внутренней борьбы с внутренними диссидентами и противниками и иранского режима нынешнего, режима, так сказать, клерикального и достаточно радикально настроенных исламистов. В большей степени они были ориентированы на спецоперации за пределами Ирана и внедрении, прежде всего, в ближайшее окружение Ирана, такие страны, как Сирия, Ирак, Ливан, даже Ливия, Египет и так далее. То есть страны широкого Ближнего Востока, внедрение своей агентуры и подкармливание, в общем-то, таких террористических организаций вооруженных. Американцы уничтожили его. Вокруг этого очень много споров и разговоров, потому что атака была произведена на территории третьей страны, а именно на территории Ирака, конкретно, так сказать, в окрестностях Багдада, аэропорта Багдада. И это вызвало очень, ну, такую большую критику и большую полемику даже в Соединенных Штатах Америки. Насколько страна может брать на себя та или иная право уничтожения легитимного лидера другой страны на территории третьей страны. Это в конечном итоге не руководитель какой-то террористической подпольной организации типа там Аль-Каиды или ИГИЛ. Но, тем не менее, иранцы ответили на это бомбардировкой американской авиабазы, вернее, базы даже не только авиационной, базы, где сосредоточены были
американские вооруженные силы. Но здесь началась очень интересная такая, я бы даже сказал, отчасти конспирологическая игра, которая дает основание утверждать, что на самом деле обе стороны не заинтересованы в большой эскалации этого конфликта. Известно уже, что иранцы через свои каналы, скорее всего, через шиитов Ирака, предупредили американцев, потому что, ну, если посмотреть на кадры этой бомбардировки американской базы, там колоссальное разрушение. При этом нет ни одного погибшего со стороны информации про цены ма... Информация была у американцев явно, и они сумели, так сказать, ну, уйти в... бомбоубежище. Никто из американских военнослужащих не пострадал. С другой стороны, в ответ на это уже американские действия никакие конкретные не предпринимались. Понятное дело, что Трамп сейчас не заинтересован в начале каких-то серьезных боевых действий. Америка и так прочно завязла и в Афганистане, и в Ираке. Есть очень существенные проблемы. И наоборот, так сказать, были попытки все-таки частично сократить американское присутствие. Хотя на самом деле там на Ближнем Востоке до 30 тысяч сейчас американских солдат и офицеров находятся. И иранцы тоже, в общем-то, ограничились этим, сказали, что они удовлетворены. Но по ходу, конечно, оказалась Украина, и сейчас наше руководство требует, в общем-то, ну, во-первых, официальных извинений, они в той или иной степени были выдвинуты. Я уверен в том, что будет и компенсация определенная. Но Украина прозвучала здесь, и были даже в начале, так сказать, какие-то соображения насчет того, что это не случайно. Но, видимо, совокупность фактов говорит о том, что все-таки это действительно произошло случайно в результате того хаоса, который царил в эти сутки и в Ираке, и в Иране, в том числе и в воздушном пространстве. Украина ще звучить і в такому процесі, як імпічмент президента Сполучених Штатів. А ці процеси якось зв'язані між собою? Ну, ви знаєте, здесь я можу сказати, що здесь Україна вже напрямую задействована, якщо можна так виразитися. Тому що так називаємо український кейс, один із головних, який пред'являють демократи, представники демократичної партії в Палаті представників, обвиняя президента в нарушении американской конституции, превышении своих полномочий как президента. Я очень коротко напомню нашим зрителям о том, что речь идет о том, что установлено уже официально, и это подтверждают многочисленные свидетельства, записи различного рода переговоров, о том, что президент Трамп в своих личных целях для дискредитации своего главного потенциального оппонента на предстоящих в ноябре выборах президента Соединенных Штатов Америки пытался использовать и надавить на руководство Украины, причем предыдущее, имеется в виду президента Порошенко, тогдашнего генерального прокурора Луценко, и уже на нынешнее руководство Украины в лице президента Зеленского и нынешних руководителей прокуратуры Украины, с тем, чтобы они организовали, официально подтвердили вовлеченность сына главного претендента от Демократической партии Джо Байдена, Хантера Байдена, в различного рода коррупционных схемах в Украине. И именно с этой целью, чтобы заставить украинское руководство пойти на эти шаги, открыть, так сказать, соответствующие судебные производства и дать информацию о коррупционных схемах в той компании, которая членом совета директоров, который был Хантер Байден, для этого было оказано давление на Украину через, во-первых, отказ, вернее, было поставлено в зависимость от начала такого расследования возможность официального визита в Соединенные Штаты, нерабочего официального визита государственного президента Зеленского, его встречи в Белом доме с президентом Трампом. Кроме того, когда это не сработало, было прямое указание приостановить военную помощь Украине, уже запланированную, и, так сказать, введенную в бюджет Соединенных Штатов Америки. Сейчас демократы в палате, вот в начавшемся уже фактически как бы таком судебном специфическом процессе в Сенате, они показали и доказали,
основываясь на документах, что были прямые указания остановить эту помощь. И демократы говорят, что была остановлена помощь стране, которая ведет фактически, так сказать, ну, завуалированную со стороны России войну, противостоит иностранному вмешательству на свою территорию, страны, которая является стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. И все это было сделано ради личной политической выгоды действующего президента. Ситуация закручена очень серьезно. В очень неудобном положении, конечно, оказывается наше руководство, потому что мы вынуждены так или иначе прямо, ну уже прямого, так сказать, действия нет, но косвенно становиться на одну или на другую сторону. И здесь нужна очень тонкая дипломатия со стороны офиса президента, лично президента, ну и, конечно, Министерства иностранных дел. Потому что фактическое самоустранение, оно косвенно тоже показывает, что мы как бы не поддерживаем действия нынешнего президента Соединенных Штатов Америки, который, скорее всего, будет все-таки продолжать выполнение своих функций, потому что окончательное решение по импичменту зависит от решения Сената, а в Сенате большинство имеют республиканцы. Расклады и, так сказать, внутренняя информация говорит о том, что никто из республиканских сенаторов не станет на сторону демократического меньшинства и не поддержит их в плане импичмента. То есть, скорее всего, импичмент закончится ничем. Такая складная для политичная Трампа, ситуация. Да. И вы понимаете, здесь еще вот любопытный момент, такой уже более обобщающего плана, на который я хотел бы обратить внимание. Мы видим определенную особенность, которая не характерна для последних, скажем, 40-50 лет американской истории. Общество исключительно расколото. И это вот ситуации, ну, вот такого достаточно уникального современного периода. Мы это видим даже и на примере нашей страны, ряда стран Европейского Союза. Никакие аргументы правдивые, фактические, доказательные, не действуют на стороны. Есть определенная идеологическая установка. Демократы все против Трампа, республиканцы все за Трампа. И никакие аргументы, никакие доказательства, как бы они ни были документированы, не воздействуют на противоположную сторону. Вот это особенность вот этого эры, так называемой постправды, когда люди в большей степени склонны доверять своим эмоциям, чем здравому рассуждению, здравому смыслу, рассудку и так далее. И в этом смысле, как бы ни было сложно президенту Трампу, но, в общем-то, я бы не сказал, что его шансы тают быть избранным на очередной период. И он, кстати, выступил с достаточно интересной речью в Давосе сейчас на Всемирном форуме. Давайте до форума. Экономическом, да. Еще показав цей форум. И он показал такие достаточно серьезные цифры, понимаете, за 4 года около 7 миллионов рабочих мест создано. Самая низкая за 50 лет безработица и самый низкий рейтинг инфляции. Это серьезные вещи. И, конечно, рядовому американцу из штатов Среднего Запада это гораздо ближе, чем еще ситуация в Ираке, зрозуміло, Иране и так далее. Это, что называется, своя рубашка ближе к телу. Поэтому, конечно, несмотря ни на что, несмотря на резкую критику, несмотря на многие, так сказать, вещи, которые Трампу предъявляют, и некоторые его называют там, так сказать, политическим клоуном и так далее, тем не менее шансы у него достаточно высокие по-прежнему. А як оцінити виступ української сторони прем'єра, президента на Давоському форумі? Знаете, я бы сказал так, что в принципе это было достаточно правильно, но к таким форумам надо готовиться тщательнее. Или, как говорил наш земляк Михаил Михайлович Жунецкий, тщательнее даже. Может быть, даже эта формула правильнее будет в данном случае. Потому что, ну, вы знаете, и Европа, и мир уже устал от того, что мы говорим,
что вот любите нас, потому что мы украинцы. Знаете, я когда-то в Чикаго, там есть такой район, Юки Виллэдж, это Ukrainian Village, где живет украинская диаспора в течение уже многих десятилетий. И на одном из таких зданий я увидел такой лозунг, написанный, значит, такими красивыми буквами: «Kiss me, I'm Ukrainian». «Поцелуйте меня, потому что я украинец». Но этого уже недостаточно. Сейчас нужно быть более аргументированными, доказательными. И, конечно, говорить не просто о перспективах, а о том, что уже конкретно делается правительством для того, чтобы создать инвестиционный климат. И не только для тех, кто, возможно, придет в результате вот этих заклинаний к нам в качестве инвестора, но показать, что уже мы сделали для своих, прежде всего, людей, для того, чтобы заработал средний и малый бизнес в нашей стране из числа украинцев и тех инвесторов, которые пришли несколько лет назад, поверив предыдущим заклинаниям других президентов и премьер-министров. Но в целом, конечно, для такой имиджевой составляющей это было неплохо. Главное, чтобы за этим последовали конкретные действия. Игорь Миколаевич, ідемо далі, тому що час обмежено. Хтось поїхав до Давосу з керівництва країни, а хтось і до Одеси, і до Одеського національного університету в тому числі. Я маю на увазі голову Верховної Ради Разумкова. Так, да, ми приймали кілька днів назад достатньо такого интересного гостя, и, в общем-то, не скрою, это для нас было и приятно, и, в общем-то, определенная честь оказана. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Александрович Разумков был у нас в университете, познакомился с работой нашего коллектива. И главное, что, в чем я вижу ценность и важность этого, мы обратили внимание все-таки, ну, второе лицо в государстве на проблему морских исследований. Мы уже в вашей студии говорили неоднократно на эту тему. Мы хотим все-таки продвигать морские исследования в Украине. Это поддержано Министерством освиты, это поддержано Академией наук. Мы даже не можем себе представить, насколько мы зависим от водной среды, от океана и его части Черного моря, где мы живем. Это природная среда обитания, это природные ресурсы, которые мы не в полной мере используем и, более того, к сожалению, нерационально растрачиваем. Но, конечно, для развития морских исследований, как и для любых серьезных исследований, нужны определенные капитальные вложения, нужны вложения в науку, потому что, ну, как бы вам сказать, Нобелевские лауреаты в сараях не рождаются. А можно какой-то стартап, вот там говорят, в гараже собрали Цукерберг и его друзья и что-то там придумали. Но для того, чтобы все-таки выйти из гаража, да, и Джобс, да, из гаража и что-то сделать дальше, нужны были все-таки определенные вложения. Это все? И мы представили, мы доложили о том, что есть у нас концепция, уже разработанная концепция развития морских исследований в стране. Причем это комплексные исследования. Это и гидрогеология, и гидробиология, и даже морская археология, не говоря уже о проблемах безопасности. Здесь очень много. Это комплексная проблема, но нет времени подробно говорить здесь. Начиная от содержания того, что мы вылавливаем, и, извините за некоторую, так сказать, примитивизацию едим из морских продуктов, говоря о том, что все-таки какие слои в Черном море есть, сколько здесь сероводорода, как это влияет на нашу жизнь, какие есть полезные ископаемые в Черном море. Тобто звернення у вас таке глобальне. Как мігрують птиці через остров Зміїний, як вони переносять ті чи інші віруси, що можна почерпнути з розведених запасів нефті і газу, які є. Что делать с элементами, так сказать, остатков химического оружия, которое, к сожалению, тоже есть в морских глубинах Черного моря. Ну и так далее, и так далее. Колоссальный блок проблем. Мы об этом доложили и будем надеяться, что все-таки в Верховной Раде найдется политическая мудрость рассматривать эти вопросы, вкладывать, так сказать, эти предложения, чтобы они вошли в бюджет страны на будущее и развивать его. А, ну, ось це, мабуть, на майбутнє. І бажаємо, щоб так і було. Бажаємо всім нам. А про
проекти, які вже здійснюються, да. Вже Я понял, что вы намекаете. Да, я хотел бы об этом сказать. Я думаю, это тоже очень полезная информация. Вы знаете, для меня, в общем-то, во-первых, о чем идет речь? На прошлой неделе состоялась встреча ректора университета, извините, что я так в третьем лице говорю о себе, ректора университета Одесского, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Даниловым. Это было в Киеве, в офисе РНБО. Что примечательно, впервые, пожалуй, за последние, ну, наверное, 25 лет серьезные государственные структуры обращаются к науке и образовательным структурам, такие как университеты, с предложением о сотрудничестве. Этого не было ни при Кучме, ни при Ющенко, ни тем более при Януковиче и Порошенко. Это очень хороший сигнал, если это будет идти. Сейчас РНБО подписало 3 меморандума про спивпрацю с университетом имени Шевченко, Киевским, Львовским, Франка, нашим университетом, 3-й. И, наверное, еще будет добавлены Харьковский имени Каразина и Черновицкий. Речь идет о комплексной программе сотрудничества, о привлечении наших ученых и для выполнения прикладных работ, в частности, в сфере оборонпрома, а у нас есть такие наработки, использование наработок наших ученых-астрономов, связанных с наблюдением за объектами космическими, особенно малыми космическими объектами, и речь идет о аналитической работе наших ученых-международников и экономистов по отслеживанию ситуации в Черноморско-Средиземноморском и Каспийском регионах для выстраивания стратегии внешней международной политики Украины. Это очень хороший сигнал, и я надеюсь, что это сотрудничество будет развиваться. Гроши на це будут? Обещают. Ну, насколько я знаю, это не перспектива, это уже заложено в бюджет, в частности, и РНБО Украины. Дуже добре, закінчуємо на позитиві. Дякую за участь у програмі. Сьогодні нашим співрозмовником був Ігор Коваль, доктор політичних наук, професор і ректор Одеського національного університету імені Мечникова. Дякую за участь у програмі. На все добре, до наступної зустрічі.